ступеньки туда, куда-то ведет меня дверца. Конечно, я и сюда выйду. Блин, какая она низкая. Ёпарас это. Опа, а тут ничего. Чё за херня? Чё тут, туалет был? На голову гадили, что ли? С башни. Непонятно, что там было. Ступеньки новые, деревянные. Вот, похоже, я и на выходе практически. Практически на выходе. Так, в плохую погоду выходить нельзя, написано. Курить нельзя. Пошел на выход. Выбрался. Подышать надо. Воздух там внутри спертый. Высоковато, конечно. Сейчас мы все сверху снимем. Так, ну саму башню даже снимать-то не очень охочется. Как-то не очень интересно. Сейчас покажу. Заштукатурена она вся. Даже непонятно, из чего сделана. Сейчас круг нарежу. Так, это окно. Большое окно. 18 века, похоже. Надо на нержавейке, на таких болтах крутячих. Да. Именно сделано. В Германии в 18 веке. В 18 веке сделано.
Вот и все, обошли мы весь этот, всю эту крепость со странными бойницами. Ну, не так уж и много странного здесь. Но есть маленькие странные вещи. Конечно, это надо еще будет посмотреть. Все, пошли мы на выход. Сегодня, пожалуй, наше путешествие закончилось.